Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами посмотрим ролик, который просил вот этот вот пользователь Флиппи. Флиппи... Я думаю, все знаете, кто такой Флиппи. Ну, во всяком случае, старые пользователи помнят Флиппи. Он всегда спамит, пишет, спамит. У нас уже два Флиппи, второй Флиппи появился, который также делает с вами, друзья. Я удовлетворю вашу просьбу. Молодцы, просите. Но только понимайте, что если хотите, чтобы ваш ролик был просмотрен, надо, как они, писать часто. Потому что у меня очень много запросов, очень много заказов, и так надо для канала что-то делать. А когда у меня появится окно, когда вот есть, вот как сейчас, допустим, я все сделал, вроде бы, надо что-то, раз что-то свободно можешь посмотреть. Думаю, о, я там Флиппи что-то обещал посмотреть. Еще там, товарищ, забыл, я ник такой сложный, я не могу даже прочитать сейчас. И вот так вот, короче. Так, Флиппи просил, ну вот оно, название ролика. Так, я включаю этот самый. Лайк ставлю. Комментарий для развития. А вы, друзья мои, проделать те же манипуляции. Со мной. Комментарий. Лайк. А я начинаю начинать. Sony Hedgehog. Вообще Hedgehog был. Sony Hedgehog. Ну, из того канала мы смотрели у него про Диабло мы смотрели. Старкрафт. И что-то еще было. По-моему, это вот. У канала. Вообще, честно говоря, ни одного Соника до конца не прошел. Да, такого не было. Не, ну, доктор Эггман мне нравится, классный чувак. Эггман, он да, вообще, что в мультфильме, что в аниме, что... Да не аниме, есть какой-то, ну, полуаниме такой есть. Sonic X. Такой прикольный достаточно. Пинбол? Пинбол с Соником? Ну да, он же когда крутится, он же такой бжж-бжж, круглый как мяч. Да. Я вижу, вы, как обычно, что-то вынюхиваете. А, яйцо. Эггман. Лицо человек, лицо что такое у него там? Или яйцеголовый? Такого что-то не помню. Наклс. Я понял, к чему это, типа, они что, подружились, что просто друзья. Это же друзья Соника. Это аллегория такая. Графика чисто Сонька первая. Вы можете видеть? На меня светит солнце. Я чувствую себя такой свободной, такой живой. От этого мне хочется жить. И мне хочется увидеть небо. Где же может быть его слабое место? Эй, я поиграю с вами как-нибудь в другой раз. Персонаж из аниме, я не помню, называется. Но я знаю, что это аниме какое-то. Не смотрел. Вау, вот про это, что я говорил, Sonic Hedgehog. С этого начинаю. У меня, кстати, есть симулятор Dreamcast, я поиграю, наверное, как-нибудь в него. А вам не покажу. Нет, опять же, я говорил, у меня есть Good Game и Trova. Может быть, я как-нибудь, знаете, люблю по вечерам зависнуть, какую-нибудь интересную игрушку поднаяривать. Но это чисто для себя, я так... Я не профессионал, я очень плохо играю. Я вот как-нибудь... У меня есть мысль
Если будет действительно потребность, запрос. Ну, просто я играю по вечерам, сижу. Когда, знаете, когда уже ролики понаделаю всякие, уже голова как-то устал, мозг, чтобы вот отдохнуть, просто развеяться, вот, уйти куда-нибудь. Я играю. Может быть, я думаю, на Good Game и на Trove, может быть, будут стримы запускать. Может быть. Не факт вообще. И вот, допустим, в Dreamcast можно понаярить было бы Соника. Вот такой там все был, да, он там. Классно. Вот, значит, с самолета прыгает. Причем, что в Sonic X этот момент обыгрывается в аниме. В этом. Ну, там не аниме, хрен пойми. Пол аниме полука. Люди! Ну, вообще правильно, да. Ёж! 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 Шадоу. I'm Shadow the Hedgehog. I'm the world's ultimate life form. Или Хэджхог. Это чучку. Существо это не помню, честно говоря, кто это такое. Кровища такая. Хрена у него там. Это из Соника вот на Dreamcast. Ну, там не так, конечно, было. Ну, сцена, ну, карта похожа очень сильно. Да, у Соника жизни же нет, у него жизнь это кольца. Чтоб типа красиво схватить, это как его кольцо на скорость. Я уже иду к вам. Я серьезно. Ультимейт Сони Хэчкок, рекап картун. Уколоться! Это всего лишь царапина. Что за... Мантикут, по-моему, называется игра. Не знаю.
Гарфилд. Доминик Торетто. Сильный был вот этот, кто он там, их хихидный, блин, лиса, хрен пойми, Наклз, он, Наклз, да, он был сильный ж, пипец. С такой мой звук. А! Не помню, на своей крови. Зачем искать чили-дог в полном одиночестве здесь, у черта на куличке? Вот такая вот, друзья, у нас сегодня с вами получилась реакция. Понравилось или нет? Напишите комментарии, ставьте лайки, делайте репост. Посты. Будьте клевыми. Всем пока.